Начала свою работу новая поливочно-уборочная машина для поддержания чистоты в парках Магадана. Сотрудники получили ее осенью прошлого года. Зимой она эксплуатироваться не может, поэтому машина начала свою работу со вчерашнего дня. Вообще для нас это, конечно, ну, такой подарок, потому что очень много времени она сэкономит именно в плане ручной уборки. Да? То есть наши рабочие освободятся и могут заниматься уже другими делами. Поэтому, учитывая плюс, что объем работы у нас очень большой, у нас два парка, городской парк и парк «Маяк», то, конечно, вот эта многофункциональная уборочная машина нам здорово поможет. Новая коммунальная техника итальянского производства поможет в уборке парков Магадана весной и летом. Кроме того, техника легко сможет убрать листву. Автомобиль будет задействован в чистке тротуаров, а также детских и спортивных площадок. Сотрудники учреждения отметили ряд преимуществ новой поливочно-уборочной машины. Главное ее преимущество – это ее мобильность, да, многофункциональность и простота в эксплуатации в то же время. Поэтому мы, конечно, рады, что у нас сейчас. И она все-таки как, работать будет как пылесос. То есть не просто вымывать мусор, песок, там мелкие камни, а именно она будет все это убирать, и потом мы будем это все в контейнер и утилизировать. Поэтому вот главное ее преимущество. Одной такой машины хватает на уборку городского парка и парка «Маяк», отмечают специалисты. Стоимость техники около 9 миллионов. Ежедневно с 8 до 17 часов новый автомобиль будет заботиться о чистоте двух магаданских парков.